Привет! Это Владимир Козлов. После некоторого перерыва я возобновляю свой видеоблог. Как я уже говорил, в условном новом сезоне его формат будет несколько меняться. Я ухожу от мини-лекций, но о том, в какую сторону я буду двигаться, несколько позже. А пока несколько объявлений о мероприятиях с моим участием. 31 августа я презентую в Питере новый роман «КГБ Рок». Будет две презентации. Сначала официальная презентация в магазине «Во весь голос», потом более неформальная презентация в магазине «Фаренгейт 451». 1 сентября также в Санкт-Петербурге в магазине «Порядок слов» будет мой творческий вечер с показом нового фильма «Как мы захотим». 4 сентября презентация КГБ Рока в Москве в форме концерта с участием нескольких андеграундных исполнителей. И я сам также почитаю фрагменты из книги под музыкальное сопровождение от «Und». Это мероприятие пройдет в Old Town баре. 7 сентября презентация КГБ Рока в Минске в «Шампань-пабе». А 8 сентября в Могилеве, в центре Кола. Ссылки, вся информация об этих мероприятиях в описании видео. Вход везде свободный, также можно будет купить книгу. Теперь немного о новом формате видеоблога. Как я говорил, в формате видеолекции я поговорил уже о тех явлениях и движениях в андеграунде, о которых хотелось поговорить. И теперь от этого я ухожу, теперь формат будет более свободным. Я, например, могу рассказывать о каких-то своих проектах или размышлять на какую-то тему, связанную с андеграундом. Или, например, поделиться впечатлениями от прочитанной книги. Также могут появляться другие люди, хотя это еще не точно. Периодичность видеоблога будет зависеть от того, есть о чем поговорить или нет, есть тема или нет. Но я буду стараться делать новый выпуск не реже одного раза в месяц. Как всегда, жду вопросов, предложений, комментариев и здесь на YouTube, и в соцсетях. Ссылки на них в описании этого видео. Главным событием последних недель стало для меня участие с фильмом «Как мы захотим» в кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Это достаточно крупный мейнстримовый кинофестиваль, и я благодарен организаторам за то, что они пригласили в программу наш микробюджетный, андеграундный, панковский фильм. Да, я понимаю, это не идеальный контекст для такого кино, но идеального контекста в России на сегодня просто не существует. Нет инфраструктуры ни для производства, ни для показа по-настоящему независимого кино, к которому я, конечно же, отношу и андеграундное кино. Поэтому такой вот мейнстримовый кинофестиваль — это далеко не худшая площадка. Ясно, что я заранее понимал, фильм далеко не простой, и это далеко не самое удобоваримое зрелище и для зрителей, и для жюри, и для критиков. Так в итоге и оказалось, но я говорю, что это было предсказуемо. Выборгские зрители, они все-таки привыкли к несколько другому кино. И на фестивале, например, больше всего билетов было продано на сиквел фильма «Училка». Конечно, когда они пришли на наш фильм, для многих это стало шоком. Особенно его последняя жесткая сцена, на которой люди просто выбегали из зала. Что касается реакции критиков и жюри, здесь
не понравилось лицемерие. С одной стороны, люди говорят, вот, хорошо, что такое кино, говорящее о сегодняшней реальности, попадает в программу фестиваля. С другой стороны, они мочат его за нехудожественность. Ну, вообще, нехудожественность для меня это термин не для оценки андеграундного кино. Это термин откуда-то из советских времен, из времен худсоветов, фельетонов в газете «Правда» и тому подобное. Но в любом случае месседж достаточно понятный и достаточно неприятный. Не надо снимать андеграундное кино о нашей сегодняшней реальности. Не надо этого делать. Лучше старайтесь получить возможность сделать идеологически правильное, идеологически безопасное кино, вроде какого-нибудь там «Быка» или «Печени», на которое государство с удовольствием даст деньги, и тогда все будут довольны и счастливы. Отдельный привет журналистам, критикам, которые присутствовали на фестивале. На пресс-конференции они не задали ни одного неудобного, жесткого вопроса, бормотали какую-то благожелательную чушь, но при этом написали всякие гадости и про фильм, и даже про меня лично. Вообще же, участие в фестивале подтолкнуло меня к мысли, что вот этим фильмом я приблизился к концепции панк-кино, о которой я размышляю уже довольно давно. Вообще, я не сильно люблю теоретизировать, но вот поскольку об этой концепции я размышлял, то вот сейчас я ее сформулировал в виде манифеста, который и зачитаю. Панк-кино не связано прямую с панк-роком и его субкультурой, но во многом разделяет изначальную эстетику и идеологию панка, например, минимализм. Панк-кино – это кино, которое снимают вне индустрии, независимо от того, есть деньги или нет, наплевав на правила, формулы или кала. Когда нет возможности снимать легально, а панк-кино снимают по-партизански, без всяких разрешений. В панк-кино высказывание важнее технического и творческого совершенства. Главное – что-то сказать или хотя бы вызвать у зрителя мысли и эмоции. Даже если ты в итоге не сможешь выразить то, что хотел, надо стараться, не боясь, что обосрешься. Панк-кино – это кино о реальности, в которой живет автор и зритель. Оно не приукрашивает, не гламуризирует реальность. Оно поднимает острые темы, задает жесткие вопросы. В сегодняшних российских условиях панк-кино неизбежно находится в андеграунде. Поэтому панк-кино говорит о том, о чем киноиндустрия не хочет или боится говорить. К сожалению, в сегодняшней России панк-кино оказывается мимо всяких контекстов, возможностей для его показа мало. И зрители, и критики хотят в основном чего-то другого. Но, с другой стороны, я понимаю, что в сегодняшней российской киноиндустрии снимать то кино, которое я хочу, невозможно. Значит, андеграунд. Это все, о чем я сегодня хотел поговорить. Спасибо. Пока.